Всем привет! Вчера к нам обращался клиент из республики Удмуртия, город Ижевск. Ему нужна была матовая полиуретановая эмаль двух цветов для покраски лодки «Прогресс 2». Цвета по каталогу «Урал» клиент выбрал 70-24 2 литра и 2004 1 литр. Краску мы уже приготовили, сейчас будем переливать ее в пластиковые емкости для более надежной доставки до города заказчика. Дополнительные краски клиент заказал растворитель. Если вам также нужна эмаль для вашей лодки, пишите в комментариях к этому видео, переходите на мой сайт, пишите в Viber, WhatsApp, а также заходите в мой телеграм-канал. Всем отвечу.